Кристина Агилера порадовала своих многочисленных подписчиков в Инстаграм откровенной фотосессией. Кристина выложила горячую серию из 3 черно-белых фотографий в джакузи, на которых она позирует обнаженной. Свои фотографии на страничке в Инстаграм она никак не подписала. Отметим, что на данный момент на страничку Кристины Агилеры в Инстаграм подписано свыше 4,5 миллионов подписчиков. Неудивительно, что ее фотосессию оценили свыше 300 тысяч лайков и 8 тысяч комментариев. «Кристина, я люблю тебя. Это лучшие твои фотографии, которые я когда-либо видел», – написал один из подписчиков артистки. Напомним, Кристина Агилера – американская певица, автор песен, танцовщица, актриса, продюсер, телезвезда, филантроп, а также посол доброй воли ООН. Родилась 18 декабря 1980 года. Имеет награды. Премия Грэмми за лучшее совместное вокальное поп-исполнение. Премия Грэмми за лучшее женское вокальное поп-исполнение. Премия Грэмми лучшему новому исполнителю. К слову, Кристина Агилера больше предпочитает костюмированные вечеринки и неожиданные образы. Так, на свой день рождения звезда покорила фанатов нарядом в стиле Барби. На фото Кристина запечатлена в облегающем ярко-розовом платье с откровенным декольте. В декабре Кристина опубликовала еще один откровенный снимок, на котором она в черном брючном костюме, состоящем из штанов, пиджака и ковбойской шляпы. А летом минувшего года певица устроила жаркую фотосессию около бассейна. Напомним, несколько недель назад Кристина Агилера в своем Инстаграм пообещала поклонникам скоро представить новую пластинку, которую поклонники ждут с нетерпением. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.